Здание одного из банков загорелось в понедельник в 14:45 на проспекте Ленина. У дома номер 36 горела мансардная пристройка на третьем этаже. О чрезвычайном происшествии на пульт дежурной службы сообщили прохожие. Сначала показалось, что, дескать, вроде как бы это, ну, тепло идет просто оттуда. Нет. Потом говорю, нет, надо все-таки подойти посмотреть. Нет, все-таки это не тепло, дым прям показался. Я им постучал в окошко, они все выбежали, посмотрели, да, пожар. И мы вызвали сразу скорую, потом и милицию заодно, и пожарную. И где-то минут через 10 она подъехала. Вот. И вот сейчас разгорелась уже. Открытое горение ликвидировать удалось в течение примерно получаса. Работников банка, порядка 10-15 человек, эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. Тушение осложняется большим наличием утеплителя именно в мансардной пристройке. Вот, сейчас на данный момент работает 10 пожарных автомобилей, то есть 3 специальных и 7 основных. Первый и второй этаж здания пострадали от промочки воды. Причины возгорания пока неизвестны. На время тушения пожара движение на проспекте Ленина от улицы Крутицкой до улицы Почтовой было перекрыто. Чрезвычайное происшествие в центре города обернулось автомобильными пробками и авариями. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.